Подожди. Вилка. Подожди. Всем привет, это по-прежнему Новый Уренгой, и вот меня пригласили на интересную прогулку вместе с местным клубом, кто увлекается породой хаски, собаки порода хаски. Как получается их зовут? Это Вайлет. Вайлет, да? А это Альфред. Альфред. Прикольнее. Вайлет, да? Да. Ну, вилка коротко. Ага. Вайлет и как еще? Альфред. Альфред. Вот так вот, да. Сидим, ждем. А сколько им? Вот это 3 года. А ему 10 месяцев. Как молоденький, да? Да. Ну, он пока сейчас более самый крупный такой из всех. Ну, сейчас должны подъехать еще ребята тоже. И сколько будет? 5 или 6, да? Ну, у нас всего, да, 5 собак будет. 5 собак, да. И планируется прогулка такая по лесу. То есть сегодня у нас здесь 9 августа. И можно обратить внимание, что, тем не менее, достаточно тепло. Для тех, кто не любит особую жару, здесь тепло и хорошо, и очень-очень интересно. Сегодня у меня был очень насыщенный день. А так где уже были?